Усі кандидати в депутати під одним дахом. Активісти спробували зібрати претендентів у нардепи від 27-го округу Дніпра, аби поспілкуватися з ними на гострі теми. Однак відгукнулися не всі. Що вийшло з цієї ідеї? Дивіться далі у сюжеті. На запрошення організаторів відгукнулися лише троє із 22 зареєстрованих на сьогодні. Найсміливішими виявилися жінки – Тетяна Лампіка, Марина Денисенко та Вікторія Шилова. Компанію «Білявок» розбавив Вадим Шибанов у ролі експерта. Мета зустрічі – обговорення гострих проблем. Мовляв, дуже часто кандидати маніпулюють громадською думкою, а тут їх попросили говорити прямо. Коли кандидати починають розказувати, що вони понизять комунальні тарифи, о тому, що вони там чуть ли не закончат войну. Это все манипуляции, потому что один человек без какого-то конкретного механизма план действий это делать невозможно. Схожої думки дотримувався і Вадим Шибанов. Один депутат у Верховній Раді не воїн, тому самостійно виконати усі обіцянки він фізично не зможе. Постанова Верховного Совета 150 депутатів, закон 226. Не войдя в коаліцію, ти ні на що впливати не зможеш. Тому на сьогоднішній день завжди питання. Тобто ти заходишь в Верховный Совет, должен понять, ты заходишь в большинство, либо ты уходишь в оппозицию, к оппозиционному блоку. Але кандидатки сперечалися. Наприклад, Марина Денисенко заявила, що в парламенті і незалежною бути зможе, і обіцянки виконає. То, що я пообіцяла, я буду виконувати, тому що нет нікого, хто буде дергати за вірьовочки, говорити, за що можна голосувати, за що нельзя голосувати. Я йду як єдиниця, за мною йде велика, сильна команда. Усі кандидатки запевняють, що готові нести персональну відповідальність за невиконання обіцянок. Готова брати персональну відповідальність на себя в обязательном порядке, потому что если я иду с этой программой, я должна эту программу инициировать и искать себе единомышленников и коллег, чтобы голосовать. Ще одне обговорюване питання – доступ до депутата після того, як він потрапляє до Верховної Ради. Багато скаржаться, що з обранцем пропадає будь-який зв'язок. Кандидатки запевняють, у випадку перемоги продовжать активно спілкуватися із виборцями. Екоактивістка Тетяна Лампіка відповіла на це з гумором. Висипте мусор где-нибудь у себе в округі, я прийду к вам без дзвінка. Не, ну лучше под вашим подъездом. Ну, можна і так. В цілому зустріч пройшла спокійно. За порядком у залі спостерігали кілька патрулів поліції. Сергій Філіпов, Андрій Райський. Новини 9 каналу. Варто зазначити, що ця зустріч отримала значне відлуння у соціальних мережах. Знаю, що не всі глядачі 9 каналу слідкують за новинами в інтернеті, зокрема у Фейсбук. Тож багато локальних скандалів проходить повз увагу. Втім, до вибори у Верховну Раду тема важлива. Адже, самі бачите, за одне місце борються більше двох десятків кандидатів. Організатор заходу, ініціатор проєкту «Як приручити закон» правозахисник Антон Деньгуб отримав чимало зауважень, тож готовий пояснити, яку мету переслідував і чого досяг. Антон, добрий вечір. Добрий вечір. Ну і так, елемент совпадіння, три блондинки і більше нікого, ілі от своє відчуття? Конечно, хотелось бы немножко больше кандидатов, но, может быть, я не знаю, продолжим дальше мы эту инициативу или нет. Главный месседж был какой? То есть у нас существует в стране, там, нам делают прививки, профилактики, да? Нам до сих пор вот, не делали никак профилактику от пустых обещаний кандидатов. Поэтому мы хотели эту встречу разобрать в двух ключах. И самый основной ключ это какой? Это прокомментировать с юридической точки зрения, может ли все-таки кандидат выполнить те обещания, которые он дает? Например, когда я слышу, когда дают обещание понизить коммунальные тарифы, либо закончить там войну, либо повысить пенсии, стипендии и так далее, я всегда очень сильно улыбаюсь таких обещаний, потому что один народный депутат это сделать не может. То есть либо скажи по-честному, расскажи механизм, как ты собираешься это делать. Допустим, я попаду в Верховную Раду, я примкну к коалиции, ну а потом, может быть, постараюсь лоббировать какие-то законопроекты. Ну, в таком ключе. Либо тогда просто не манипулируй на понятных для пресечного громадянина вещах. Потому что все прекрасно понимают, как у нас работают политтехнологи. То есть никаких... все по-простому. То есть что поймет народ? Тарифы
Высокие? Высокие. Значит, надо говорить тарифы. Зарплаты маленькие, будем говорить больше зарплаты, больше пенсий. Вот. А вот профилактики этих пустых обещаний и манипуляций у народа нет. Поэтому мы пытались прокомментировать максимально то, какие обещания они дают и реальны ли они. Это первый момент. Второй момент. Мы хотели услышать, готовы ли они будут нести какую-то персональную ответственность и выступают ли они за юридическую ответственность за невыполнение обещаний, когда-то они стали депутатом. Забыли свои обещания, а что дальше? Потому что сейчас какой-то юридической ответственности не существует. Потому что ее нет. Ее нету, да, ее не существует. Ее априори нету, то есть она должна, по идее, быть такая ответственность. Хотя бы там запрет баллотироваться на ближайшие там, 10 лет. И следующий момент – это взаимодействие со своими выборцами. То есть вы стали нардепом, забыли, что у вас есть избиратели, или все-таки у вас будут приемные, или что-то еще. Просто мы промониторили тот, так скажем так, эффективных тех депутатов Днепра, которые уже существуют. Мы промониторили официальный сайт Верховной Рады и увидели, что только одного, у одного депутата там было контакты его помощников и адрес его приемной. Как к остальным к вам? Писать в соцсетях, не знаю, почтового голуба отправить, непонятно. А они в законе о статусе нардепа четко указаны, что они должны контактировать со своими избирателями по округу и работать с ними. Вот не могу не спросить, приглашали всех, пришли только трое и только дамы. На твой взгляд, испугались грязи, потому что ну, там персонажи разные сегодня были. И наличие полиции подразумевалось, что могло дойти и до драки. Да, я сразу как бы да, сообщу, я сделал публикацию себя на социальной страничке. Это была не агитация, не дебаты, не дискуссия. Это была возможность активных членов горожан позадавать вопросы определенным кандидатам. Просто кто-то посмеялся с кого-то. То есть мы увидели в лицо то, что существует. Вот. При этом у кого у меня были контакты, я либо отметил, либо написал личное сообщение, либо перезвонил и сказал «придите». В комментариях к моей страничке журналисты написали «хотим видеть еще вот это, вот это». Вот. Я написал, но вот такой пришел кандидат. Но я не стал, конечно, никого выгонять, но при этом понимаю, что будут стычки. Я изначально перезвонил в патрульную полицию, говорю «пришлите 2-3 экипажа на всякий случай». Вот. То есть это не было за целью за кого-то проагитировать. Это было целью увидеть воочию и пообщаться и дать возможность, во-первых, выговориться, посмеяться, задать какие-то каверзные, неудобные вопросы. А многих больше всего интересовало, откуда деньги. Откуда деньги? А у нас, вы знаете, существует и имущественный ценз, то есть это определенная сумма денег, которую должен внести как кандидат. Откуда вы деньги берете на агитпродукцию? Как вы ведете агитацию? Все-таки вот эти вот шкурные вопросы, они остались. Не могу не спросить, что разочаровало вот в общении с кандидатами? Знаете, меня не разочаровало ничто, меня единственный момент, который разочаровал, и я не знаю, как с этим, никто, наверное, как с этим бороться, у нас очень много активных, хороших людей, то есть у нас есть хорошая гражданская платформа, гражданская оппозиция в Днепропетровске, которые более-менее не заангажированы, не сидят на зарплатах у бизнеса. То есть это люди, которые определенную часть времени тратят на общественно полезную деятельность. Вот. Но вот так вот нам всем собраться и провести какой-то между собой праймерис и выдвинуть единого кандидата, нормального, адекватного, порядочного человека, он не должен обещать, что он изменит тарифы, он просто должен делать свою работу, ходить на заседания, инициировать законопроекты, то есть писать законы, защищать, если нужно, своих избирателей. И вот это вот гражданское большинство... Соберись, проведи праймерис, выдвини одного кандидата и помогай ему в продвижении. То есть, когда мы наконец-то победим деньги, когда здравый смысл победить деньги, я не знаю. Но вот это меня разочаровало, что этого не произошло. То есть, у нас так и остается позиция на одного украинца, три гетьмана. Каждый хочет выдвинуться кандидатом. Хотя более эффективно было бы собраться большинством там, патриотов, активистов и выдвинуть одного. И так как у каждого из нас есть какая-то аудитория, есть, ну, скажем так, какие-то лидеры мнений общественных, и помочь его продвинуть. Вот хотелось бы вот этого увидеть, а не огромное количество бигбордов, палаток, газеток. Потраченных денег. Потраченных денег. Каждый год одно и то же из года в год, ничего нового политтехнологии не придумывают. Ставят палатки, ставят газетки, ходят по дворам и побольше бордов. Ну и все. То есть, а вот прийти... И неформально, почему я хотел неформально прийти и пообщаться с человеком, увидеть, а он все-таки реально какие-то свои обещания там сделает. Или он, когда получит корочку депутата, складе присягу, подпишется, на следующий день уже забудет, что он обещал, кому он обещал. То есть разрыв с реальностью, он
Это случится, да. Произойдет. У нас не так много времени, но интернет после вот всего того, что произошло, ушаты грязи полились в твою сторону. Специально не читал ФБ на эту тему, и многие наши телезрители тоже. Вот на твой взгляд, насколько те или иные обвинения имеют под собой почву? Или... Я еще раз, реально еще раз повторюсь. У меня не было какой-то цели кого-то пригласить, кого-то не пригласить. Я изначально сказал, я приглашаю всех. В комментариях журналисты наши некоторые написали, вот хотим видеть это тоже хочется с ними пообщаться. Все-таки увидеть, что там в голове творится, в глаза. Без проблем, написал, человек пришел. Вот. То есть сейчас обвинять, что кого-то агитировал, не агитировал, ну, это полнейший бред на самом деле. Я никого-то не обижаюсь, ни в ком чего не обвиняю, но да, может быть, с моральной точки зрения где-то я там был неправ, но опять-таки это не была не моя инициатива, а просьба журналистов, и я пригласил человека. И второй момент, извините, у нас есть соответствующие правоохранительные органы, которые должны заниматься теми или иными вопросами, связанными с высловливанием кандидатов в депутаты. Если есть претензии, обращайтесь, пусть разбирается милиция, поліція. Дякую, що знайшов змогу і завітав до нашої студії. Ну і пропоную найближчим часом теж завітати до нашої студії. Готуємо спецрепортаж про свавілля газівників. Тож готуйся, адже юридична обізнаність нам дуже буде потрібна у цьому. Дякую, що завітав. Правозахисник Антон Денгуб був у гостях 9 каналу.